Хариум. Дружище, хотел бы остановиться и поговорить с тобой о важности выполнения мула-банхи или нижнего замка не просто во время, допустим, пранаямы, но и в простой твоей рутинной жизни. Когда ты доживешь до 70, до 80 лет, ты поймешь, насколько это важно иметь контроль над всеми органами, которые у тебя расположены в малом тазу. Так вот, единственная возможность у тебя дожить до 70 лет без коричневых пятнышков на трусах, понимаешь, это начинать выполнять мула-банху сейчас. Сейчас ты чувствуешь только единственную мышцу, да, это сфинктер Ани. Пройдет время, чуть-чуть, и твое чувство, твое ощущение переместятся выше, и будут сейчас, вот допустим, у меня, если я выполняю мула-банху, мои ощущения приблизительно в районе креста, где-то посередине креста. Понял? Это очень важное упражнение для мужчин. Почему? Потому что это упражнение, единственное нормальное упражнение, которое действительно увеличивает твоего друга. Действительно. И это отличное упражнение для девушек, особенно построжавших женщин, потому что это упражнение действительно сужает просвет влагалища. Именно поэтому, когда ты смотришь индийские всякие рисунки, да, где индус и индуска занимаются сексом, ты видишь, что они лежат в совершенно непонятной позе. Да. Как можно в такой позе заниматься сексом? Как там можно совершать фрикционное движение? Никак. В этот период времени, во время занятия сексом, мужичок и женщина делают одновременно мула или разновременно мула-банху. В этот период времени где-то на 3-4 сантиметра твой половой член идет вперед, опускается. У женщины или у девушки появляется возможность силой сжимать мужской половой член. Поверьте мне, ребята, это очень важно. И как только вы это опануете, как только вы это почувствуете на себе, вы поймете важность всего этого. Это мощнейшие штуки, которые улучшат вашу семейную жизнь, вашу сексуальную жизнь и продлят ваши, не знаю, там, чистые трусы до 80-90 лет. Важнейшая штука, понимаешь? Ты сможешь удерживать мочу, там, не знаю, там, 20-30 минут, пока ты добежишь до туалета. То же самое с различными актами и дефекации, и того и сего. Плюс мужчины, которые долго делают мула-банху, могут задерживать во время мула-банхи эякуляцию. Поздравляю тебя, пожалуйста, занимайтесь, молодые ребята, пожалуйста. Хватит заниматься чепухой. Сиди на работе и делай ашвини мудра. Пынь-пынь-пынь-пынь-пынь-пынь. Сжал и сидишь так до тех пор, пока у тебя там уже вся уже просто вот, у тебя же мышцы там сами просто расслабятся. Очень важнейшее упражнение. Пожалуйста, у тебя мышцы внутри таза расположены. Их там порядка 40 мышц. Ты их не можешь контролировать. Ты должен научиться контролировать эти мышцы. Они у тебя должны быть в тонусе. Именно тогда ты почувствуешь, как и что такое кундалини. Без этого не стоит туда соваться. Пожалуйста, хватит болтать. Если твой там учитель или твой гуру болтает постоянно о кундалини, спроси его простой вопрос. Как долго ты можешь продержать мула-банху? Ответ простой. Если ты в состоянии продержать в статическом состоянии мула-банху больше 5-6 минут, ты готов идти и заниматься уже кундалини. Хариом, послушай, что я тебе говорю. Хватит врать, что у тебя нет времени. Занимайся своим здоровьем. Хариом. Kanakalingaya Vedalingaya Vedalingaya